В Канаде начинается массовая эвакуация населения северо-западных территорий. Лесные пожары вплотную подобрались к столице приполярного региона Йеллоунайф. Власти говорят, что 20 тысяч человек, в том числе из общин коренных народов, должны покинуть свои дома как можно скорее. Многие автомагистрали были закрыты. К эвакуации привлечена военно-транспортная авиация. Более 200 лесных пожаров уже сожгли обширную территорию северо-западных территорий. Если не будет дождя, огонь может достичь Йеллоунайфа в течение выходных. 8 населенных пунктов, в которых проживает около 7 тысяч человек, или 15% населения региона, уже эвакуировано. В этом году в Канаде произошло рекордное количество лесных пожаров. Сгорело более 21 тысячи квадратных километров территории. На данный момент в стране зафиксировано более 1000 действующих очагов возгорания.